вот и отплываем. Неизвестно на какие-то острова. Что мы будем делать, не знаем. Капитан зверствует. Так что команда недоумения. Но нас ждет все самое интересное. И это будет все впереди. Привет! Привет! Представься, пожалуйста, куда мы идем и на чем мы идем. Меня зовут Олег, матрос яхты «Ингри». Идем мы на остров Сескар. У ребят будет соревнование и, ну, собственно, поход по острову. Идем мы на яхте «Ингри», как уже было сказано. Яхта изначально советской постройки, спортивная. У нас такой закон на яхте. Не будет. Только, ребята, просьба вот такие вещи не выкладывать никуда. Не, лучше без алкоголя вообще. Дорогие мои подписчики, приветствую. Опять увлекательное путешествие. В том году мы уже попробовали, но сейчас уже более серьезно. Мы выходим на остров Сескар, который находится примерно в половинку расстояния между Приморском и Сосновым Бором. Это великолепный остров. Шириной и 1.5-2 длиной, вот так вот. И что мы там будем делать? Во-первых, яхта «Ингрия», нашего кэпа, собственность. И он нас любезно пригласил, и мы сейчас все юнги на данном судне. Мы что планируем туда дойти, во-первых? К сожалению, сегодня парус тяжеловесно будет поднять, поэтому на моторах сейчас в данный момент идем. Но нас что ждет? Нас ждет великолепный, чистый, действенный остров, на котором стояла только одна радиолокационная часть. Там жило порядка 40-30 человек. Она находится, как будто ребята ушли оттуда. Потом нас ждут великолепие острова, природное многообразие, потому что природа там очень сильно отличается от материковой части. Мы там потом, впоследствии вам все покажем. Потом у нас ждет финская деревня. Это была самая большая, не самый большой, самый, наверное, богатый населенный пункт в Финляндии бывший, где находился госпиталь, что ли, какой-то, или база отдыха, либо пансионат. Вот, пансионат называется. И все там осталось, еще в первозданном виде. Потом мы... За нами идет катер, вторым судном, который везет сети и рыболовецкие снасти. Нас ждет великолепная рыбалка, я знаю, что сеть сейчас идет, поэтому мы попадем на это пиршество. Так что еды у нас немного совершенно. Как и алкоголя, впрочем, тоже. Флаги флеша, команды радиолюбителей и города Сосновый Бор висят на мачте. И ветер развивает наши паруса. Сосновый Бор, привет! Сескар, вон там. Флаги Соснового Бора, флеша, коллективные станции города Сосновый Бор. Нас там уже ждут. Толпы муравьев. Друзья, до встречи в эфире с острова Сескар. Пока! Капитан и старпом что-то задумали. Вся команда недоумения. Друзья, мы подходим, именно подходим на яхте «Ингрия» в рай. В рай, который есть в Ленинградской области, это остров Сескар. Я могу это утверждать однозначно, потому что мы здесь уже второй раз. Вы не поверите, вот эти 3,5-4 километра песчаного пляжа, глубина здесь начинается сразу. Ты ходишь раз, два, три, и уже тебя накрыло прекрасным Финским заливом. Это просто сказка. Друзья мои, посещайте острова, путешествуйте. У нас столько много, и в принципе пофиг на всякий ковид и все остальное. Маска наше все, но только не на Сескаре. Будьте здоровы, счастливы. До встречи. Телепузики сидят. Красиво смотритесь! Роман 1, центр Ранна, дробь Павел. Всем 20 метров. Остров Сескар, радио 1, центр Ранна, дробь Павел. Роман 1, центр Ранна, дробь Павел. Всем привет. Оп, вот такие жители у нас. Слышь, она, видишь, она не может летать. Ну, она же как-то сюда пришла.
Ну да, да, вообще непонятно. Андрюха, тихо, Андрюха, тихо. Ребят, я вам говорил, что этот остров – это рай, это парадиз какой-то. Здесь даже ручные птицы. Вот этот черный баклан, допустим, когда мы сюда пришли, он… Хочу обратить внимание, что там очень интересная схема с этим, с подсосом. Я говорю, что здесь это рай и нестандартный остров вообще совершенно. Потому что в том обществе птицы обычно боятся людей. Здесь, смотрите, товарищ Сескар, это баклан. Да, вот мы не знаем, что делать с ним. На мотор опускать надо. А то он как хозяин сидит здесь. Час X. Это самый приятный момент сегодняшнего дня. Не материтесь, ребята, только. Ты Женя. На всех ты красавчик просто. Боровик сыроежка. Волшебство происходит. То есть без, даже молиться не надо. Да. Здесь волшебство, оно прям на острове космос. Торопись. О. Вот молодец. Вот так мы красиво. Вот хорошо, что мы тебя взяли. Ну как без рук просто. И перед нашим взором открылись прекрасные виды необитаемого острова. И команда первооткрывателей, завоевателей, не знаю как, высаживается своими пожитками на эту обетованную землю. Каждый парочки ля должен был быть свинец. Меня это директор, ну не директор, а главный на судоверфи. В итоге, какое к черту красное дерево, какой дуб, сосна, какой свинец, чугун. К примеру, работает. Второй человек работает в CW на поиск и всех щелкает подряд. На этом же бенде. Главное, чтобы не было помехи. Хорошо, если есть помеха, две антенны не будет. На рану они будут у нас и в разных... Ну, если есть антенна, две антенны... Не будет. Вот мы должны добиться вот этого, иначе у нас не будет результата. Тогда мы должны все, я не знаю как, заземляться полностью. Если они будут в разных... не подключены к одному переключателю, тогда, я думаю, не будет помехи. Сейчас новый коммутатор. Этот коммутатор полностью на ран пойдет. А мы еще не полностью знаем, какие антенны... И первый житель на острове, который нас встретил, был голубоглазый, темный баклан. Такое ощущение, что в его душу вселилась душа человека, потому что он нас встретил, был с нами все это время и проводил нас, когда мы уезжали, уже грустным, долгим взглядом. Вот так вот мы живем. Ребят, я вам говорил, что этот остров – это рай, это парадиз какой-то. Здесь даже ручные птицы. Вот этот черный баклан, допустим, когда мы сюда пришли, он нас встречал. Посмотрите, мы с ним дружим, и нету у тех приколов, когда птицы боятся людей. Здесь гармония полнейшая. Вот видите, вот мы с ним, он нас встретил, и он просто наблюдает за нами. И потом вечером, наверное, придет к нам к костру, и мы с ним побеседуем, и он расскажет нам о жизни на этом острове. Так что это рай. Так что посещайте вот этот остров Сескар, и вы получите грандиозное удовольствие от этой жизни, от этого духа земли, от этой энергии мощной, которая исходит от этого острова, от этой воды. И от всего того мы еще даже не знаем, но скоро узнаем и расскажем вам. Но самая главная аппаратура у нас пришла на катере. И под командованием Евгения Кислова катер прибыл на нашу обетованную землю острова Сескар. Мы ждали его с нетерпением. Ух ты! А что с ней? Как пингвин. А что с ней? Что-то она... Новая партия людей! Новые! Первые пришли завоеватели! Сейчас... Yeah.
Дин-ди-ди-дин. Серега, так. Да, YouTube работает. Да ладно. Привет, дорогой, привет. Рад тебя видеть. Это тот знаменитый браконьер? Да. Это он, я не знал, что это он. Женя, это тот человек, который ловит в любой луже все. Это он? Нет. А, не он. Привет, 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 дорогой, привет. Как доехали? Да, отлично. Вообще. Быстро. Час, да? Конечно. И то я час утра, берега походу. Ровно час. Вообще здорово. Женя, как красиво вы шли прямо. Прямо мы наслаждались. Все равно разделся. Да. Почему 120? Вот, подготовка к соревнованиям. А все взяли? И родная сторона даже издали видна. Посмотри, какой грибок на сосновом бору. Картошка. Картошка. Котелок где? Где грибка бросила? Вот он. Давай, вот Костя, ставьте его сюда. Что бы вы без меня делали? Жили бы счастливо. Давайте плоть животного туда. Да ладно. Жесть. Тихо-тихо, наоборот. А ты знаешь, когда нашего в Вьетнаме воевали, так. И прежде они не могли летать на самолетах, инструктора их вначале... Все проходит. И я уверен, что мы вместе, если куда-то попадем в какую-то экстремальную ситуацию, мы выживем все. Какая бы, что хоть бомбы с головы не, на голову не падали, что хоть у нас ледник там не сошел откуда-то, что мы в горах не застряли, мы все равно бы выжили. За наши крепкие сердца. Ура! Окей. Ура! Главное, ничего не сломал. Опасно. Поэтому лезть на эту мачту вот так. Опасно очень. Я расскажу единственный случай. У меня братан в Питере. Всю жизнь прожил. Родной? Но родился, нет, двоюродный. Но родился в Сибири, в городе Томске. И приехал один раз в жизни туда. И с братом тоже двоюродным. Начали гулять по городу. Это вот так. Гуляли, потом брат смотрит, что такое, нет. Ну, вот эти спиральки, да? Что такое, нет его. Обычно всегда, когда он выныривает, блядь, тяжелюха. Дальше мы дежурили на лекцию. Ну, выныривает, нормальное поставил, нормально, зря ты. Зря ты. Смотри, есть. Вот здесь опасно. Утро пятница. Проснулись в обалденном настроении, потому что мы спали на этой земле и получали энергию, наверное, за ночь. Ну что у нас сегодня? Сегодня наши любимые радиолюбители, посмотрите, они уже начинают монтировку своих антенн. Скоро вы увидите, что мачта там выше вот этой, 10-метровая. Но это попозже, это будет целый репортаж. Потом наш друг, который нас посетил, у которого, наверное, это душа какого-то человека. Вот он,
смотрите, и он первый раз принял у нас пищу. Специально для этого Джонни. Блин, какой молодец Джонни у нас. Просто самый хозяйственный парень, наверное, с утра пораньше встал. И для нашего Флинта, это Баклан, поехал и привез рыбы. Смотрите. Ну, заодно и нам. Заодно и нам. Вот, смотрите, это какая плотвичка. Жирная, классная. Есть. Нам останется, я надеюсь, что в обед у нас будет уха. Потом к обеду мы собираемся выдвигаться. К обеду мы собираемся выдвигаться вот в эту финскую деревню по старым картам начала 20 века. У нас они сейчас скачанные. И у нас есть вот такая штука. А, возьмем, кстати. То есть она будет вообще вот так вот прям физически. Мы будем за веревочку и сами поворачиваться. А, чтобы земли. Поймать что-то, чтобы что-то поймать там, да? Чтобы ее направить в нужном направлении. Ага. Вот. Так объясни просто, это какие-то радиоволны, да, которые да, идут да, по планете, да? Да, да. И там такие же люди сидят с такой же, с таким же спайдером, тебя где-нибудь в Аргентине, да? Ну, антенны разные, но это такие используются у многих. Ага. И, Костян, а какие шансы вообще у нас, у нашей команды на... Шансы неплохие. Неплохие? Антенны мы подготовили хорошие. Угу. Ну, я вижу. Аппаратура есть, два рабочих места. Надеюсь, что проход будет хороший. Связи мы сделаем много. Слушай, а вот это обязательно атрибут вообще? Вот это, ну, это какая-то запчасть? Это помогает. Помогает, да? А что будем вещать в массы? Что мы будем им говорить? А, будем передавать контрольный номер. Все? И принимать от них такой же номер. Пойдем покажу, какой контрольный номер. Смотрите, у нашей команды в том году мы ездили без основательных знаков, как бы. Ну, сейчас у нас, вот он позывной, запомните его. R1CA, правильно, да? Да. Сосновый Бор. Это команда лидеров, которая завтра на соревнованиях суточных сделает всех. И поверьте, мы вам потом эти результаты выложим. Так что успехов нашим парням. Мы им будем помогать, мы им будем кофе носить. Они будут в прямом эфире долбиться там, искать себе подобных и побеждать. Слушай, вот это что? Мы должны поднять ее, да? Да, потом поставим мачту. Ага. Ее ага. На мачту поднимем. А на какую высоту примерно? 10 метров. Вот это будет 10 метров. Мы флаг сможем туда наверх? Конечно. Отлично. Единственное, мне кажется, флаг будет другие мачты, ну антенны попроще, веревочные, там будет флаг лучше смотреться. Я понял. Если он запутается. Все в работе. А? Очень хорошо все. Хочешь меня спросить, что происходит? Что происходит вообще? Игорь, вы ушли, у вас уже нет полтора часа, мы панику там уже в лагере. Ну, подняли. На самом-то деле, это основная у нас боевая антенна на один из самых ведущих диапазонов 20 МГц. Или, говоря простым языком, 14 МГц 20 метров. Ага. Мачты по 11 метров. На них ставится направленная антенна, так называемая 5 элементов Яги. Направление будет Европа для того, чтобы закрыть мешающие нам станции, которые будут явно мощнее нас, чтобы их немножко перекрыть. Вот такой вот план. Поэтому... То есть у конкурентов ты считаешь, что оборудование лучше? Здесь все зависит. У нас может быть эта антенна лучше, чем у всех остальных конкурентов, но у них могут быть лучшие антенны на другие диапазоны в этом. Вся разница. Слышь, у нас преимущество, мне кажется, острова. Что... Преимущество однозначно есть, мы на это очень надеемся. И результат. Ну, будем посмотреть. Да. Понятно. То есть ты хочешь сказать, что вот эту нельзя использовать? Вот эту вышку, которая нам по наследству осталась от пограничников. Слушай, к сожалению, вот в данной антенне, мы почему ее ставим именно сюда, мы зацепим туда третью оттяжку. Мы не стали брать дополнительную мачту, потому что был перегруз уже и так. Мы просто зацепим туда третью оттяжку, а так физически она нам, в принципе, по большому счету не нужна эта вышка. Смотря на ее высоту, она нам, у нас все остальное закрыто просто. О, Серега, привет. Привет. А ты чего это вообще? Ты, а я так ты в теме вообще? На подхвате. А, на подхвате? Я делаю все, что скажет наш босс, Игорь. Он у нас главный по антеннам. Вот. По тарелочкам, скажем так. Вот. Я, собственно... Ты растяжку сейчас делаешь, да? Да, сейчас растягиваем, да, элемент. Потом мы его закрепим, когда поднимем. И у нас пойдет сразу сигнал.
Понятно, понятно. Ну давай, я надеюсь, что мы будем лидерами. Вот я сейчас подхожу к нашему губернатору острова, который уже целый год правит вот этой провинцией, состоящей из одного человека. У него вот здесь один человек всего живет. Уже. Олег, вы сейчас чем занимаетесь вообще? Распускаем трос. Ну, работа похожа, как на яхте, да? В чем-то да. Результат соревнований. Ну, надеемся, конечно же, на победу. Это однозначно. Потому что позиция выгодная с точки зрения радио. Посмотрим, какой будет прогноз солнечной активности. Потому что на прохождение радиоволн это тоже влияет очень сильно. Когда запустим сегодня интернет, увидим. Поэтому надеемся на победу. А для непосвященного зрителя можешь сказать, что нужно, вообще какая погода идеальная для того, чтобы... Погода может быть абсолютно разная. Это не зависит от туч, от дождя. Прохождение радиоволн зависит от ионизации атмосферы. Насколько... С травами тоже все хорошо здесь. Вот здесь. Идем, идем. Стал час X. Это самый приятный момент сегодняшнего дня. Не материтесь, ребят, только. Женя, ты красавчик просто. А рук сколько, заметил? Ребята, вы хоть субординацию совершаете? Соблюдайте. Соблюдайте, да. А КЭП должен наблюдать. А. Правильно ли? Все, вот поворот. Оставь там. Началось, блядь. Тихо-тихо, не ругаемся, парни. А я скажу, что заеду. Я маленький. Я уже заеду. Как школьники. Пионерский лагерь такой. Взрослые — это дети, у которых есть дети. Наши внуки отомстят. Любите своих внуков. Дорогие друзья, мы сейчас выдвинулись на вторую часть нашего путешествия. Это посещение финской деревни на острове Сеска. Этот остров до 40-х годов был очень густонаселенный. И здесь находилась деревня, порядка 2-3 тысяч человек, самодостаточных людей, которые жили натуральным хозяйством, ловили рыбу, продавали на большую землю. И сегодня мы увидим основы этих домов. Она очень была зажиточная, еще раз повторяюсь. И эти данные из финских источников. Мы сегодня должны посетить эту кирху, как это подобие нашей церкви, и полазить с металлоискателем по центральным улицам этой деревни, которую мы покажем попозже. Это вообще очень мало упоминаний об этом. Еще раз повторяюсь, что только в 1939 году Россия перейдет под российскую юриспруденцию, острова перешли после войны Великой Отечественной. Поэтому здесь были чисто исконно финские поселения. И наша задача сегодня просто сравнить древние карты с натурой, что осталось от этого, и может что-то поискать, какие-то находки интересные археологические, открыть для себя. Так что оставайтесь с нами, следите, будем вас информировать. Наша команда очень классная, настроена на победу. Завтра соревнования, а сегодня вот такое у нас небольшое приключение.
здесь остался с времен войны, финский житель, и он сказал, что нас проведет. Вот он. Тащит. Какое место нужно проведет? Ранен! Нам туда! Не туда ты ведешь, а нам вон туда надо! Блять, ну вы парни, блядь, снимали полчаса! Да кого он рулевой там? Дай я вперед тогда встану! Ты вот не. Вот дай я вперед. Я хоть Миша, греби давай. Ну надо вот туда же, ну. Перстом пока. Единственное, что очень много командиров. Вот это мешает нам прийти к цели. Мне кажется, что у нас камень, это все, до берега камень найдет. Херня. Да, видите, да, 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 да. То есть вот это вот уже береговая линия, вот это вот. Так, да. Камень. Нахера туда, нахер, вот туда. Вот у нас Михаил-то проводник наш. А тут смотри, пиздец. В рай. Вон камни, блядь. Так стоит. Вот правее, вот туда надо, вот камышам и вот так обходить. Туда, да вот эти камни пройдем, да, и дальше на моторе. Ты как себя чувствуешь? Как, ну, нормально, там, отлично. О, нормально, да? Да, отлично. Молодец. Вообще, блин. А вода чистая какая. Да вообще, кстати, я это не ощущаю. Я без тапок, но не ощущаю дискомфорта. Да, вообще никакого. А, кстати, ну, может, до берега мы будем бензин экономить? Да. Да правильно все, он обходит. Камень, 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 камень. Вот он, вот он. С какой стороны? Не вижу. Перед тобой. С тем, что мы не можем припарковать катер к этой деревне. И поэтому... И мы тащим катер, тащим вдоль береговой линии, потому что здесь очень много камней. Ну, это нам придает пикантность этой ситуации. То, что наш клад где-то уже близко. Поэтому... Он уже испытывает нас, короче. Да, да, да. Прочность. Обратку поведет. Ну, Андрюха, да, 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 да. Левее, для высадки. Хорошо. Красиво, вот красиво сюда. Для высадки. Не-не-не, вот это что такое? Что за хрень? Это, походу, от самолета. Крыло. Крыло от самолета. Да, вот такая находка интересная. Ну, вот алюминий же это, да? Да. Алюминька стопудовая. Притом на основе финского дома находится крыло какого-то самолета. Но потом мы выясним. Самолет, который здесь. А вот тут муравей. Я вот смотрю. О, это же, блядь, пушки, блядь. Да ладно. Пушки? Не, это лонжерон. Не, это лонжерон, это крыло. А, второе крыло, да? Да. Да. Вот оно. А, значит, фюзеляж где-то должен быть здесь. Слушай, ну вот... Вот это что такое? Не знаю, что это такое. Не очень я разбираюсь в самолетах. А это не от винта это? А там, смотри, редуктор. Ну, какой-то редуктор. Какой-то. Похоже, винтовой самолет был какой-то. Вот, смотри, вторая хуйня. Тихо-тихо, не ругайся. Штука. Нам для этого. Вторая штука. Вот мы зашли в деревню с другой стороны, хотели к финским домикам попасть, но наткнулись на эхо войны. Какой-то самолет неизвестного происхождения, алюминиевый. Нашли крыло. Просто вот здесь. Похоже, его сбили на бреющем. Вот одна часть элемента осталась, и еще в 300 метрах нашли второе крыло. Боровиков мы нашли, и красные грибы, вот можно прям убедиться, еще даже не срезали. Да. Вот, грибов здесь море, видимо. Как мы только что узнали. Ты уже ешь их, да? Да, я сыроежка. Я же сыроежка. Это сыроежка, да. Боровик сыроежка. Волшебство происходит. То есть даже молиться не надо. Да. Здесь волшебство, оно прям на острове присутствует. Так что, пис. Я вам говорил, что сэскар это рай. Говорил же. И смотрите, вот этих грибов здесь, вот смотрите, просто. Мы уже не знаем, куда девать их. Они нас преследуют везде. Видите, вот просто чистенькие такие, хорошие. И вот еще, вот, обратите внимание. Смотрите, вот они растут. Короче, сюда можно ехать вообще. Посмотрим, чего у нас здесь готовится.
Опаньки! Грибы. Грибы. Что здесь? Грибы. Везде грибы. Одни грибы. Да-да-да, да, такие. Грибы жареные, грибы вареные. Артель. С лучком. Артель, да. Ресторанное блюдо. Опа, давай. Оп. Ну, можно и побольше было бы. Полный. Есть еще одна сковородка. Можете по своему рецепту. По разнице в сигналы на приеме. Позывной Ульяна Анна Первый, центр-центр Ольга. Ульяна Анна Первый, центр-центр Ольга, QSL. Определенный зон, я так Парни, а в чем вообще вот соревнования заключаются? И вот кто должен победить? Что он должен сделать? Победитель должен набрать как можно больше очков. Очки начисляются за связи со за связь с новой страной, за связь с новым районом России, потому что это российские соревнования. И они имеют каждый свой номер, каждый район дает 10 очков. Каждая страна тоже дает 10 очков. И это все суммируется. Соответственно, чем больше проведешь связи, тем больше очков. А удаленность страны от точки вот нашей, она зависит как-то? Нет, есть соревнования. Покажите. Есть соревнования, которые именно высчитываются дистанция. За это очки начисляются именно за дистанцию. Здесь нет, только за количество связей. А вот еще вопрос вот такой. Вот ребята так говорят на разных языках. Ну, вообще, испанский, японский. Как вы вообще общаетесь? Английский. Вообще, на самом деле, стандартный радиообмен, он несколько фраз, они все понятны. В соревнованиях вообще передается только уровень сигнала, ну, там, допустим, по пятибалльной шкале, и передается контрольный номер. Ладно, ребят, успехов давайте, потому что это вы должны победить, потому что при такой организации, я думаю, что мы сделаем все возможное, будем вам чай носить сюда, еду, это... что хотите, мы вам все сделаем. Что? Так, давай. Сеть. Все, мы сейчас сеть будем просто настраивать. Радио 1, центр Анна, с острова Сеска, равняюсь. Смирно. До чемпионата России по радиоспорту Russian DX Contest. Ой. РДА Contest. РДА Contest. Остается 15 минут. Всем занять свои позиции. Равнение кругом. Равнение на флаг. Через время я плечо поворачиваю. Так, разворачиваемся на камеру. Всем удачи, вперед, за победу! Ура! 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 Sugar 5 2 kilo mic 005 5-9 Lima Oscar 2-6 thank you. УА-3 Борис Леонид 5-9 ЛО 26. Это становится интересно. Слушай, меня закрыли. Кинул? Да нет, конечно. 20 метров, всем 20, Роман 1, Павел. Роман 1, центр Анна, дробь Павел. Всем 20 метров. Остров Сеска, радио 1, центр Анна, дробь Павел. Роман 1, центр Анна, дробь Павел. Всем привет.